Здравствуйте, дорогие друзья! Представим, что какой-то человек уже решил освободиться от никотиновой зависимости, бросить курить. И тотчас найдутся советчики, будут предлагать различные методы, как это сделать. Каким путем лучше пойти? Как действительно можно освободиться? Об этом в нашей программе с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем проекта «Дышите свободно». Владимир знаком с этой проблемой не понаслышке, потому что сам много лет курил. Владимир, можно ли действительно как-то разобраться во всех существующих методах? Есть методы, которые связаны, например, с питанием. Может быть, что-то съесть, чтобы бросить курить? Да, очень часто именно к этому и склоняются люди. Считается, что нужно обязательно что-то потреблять для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости. Будь то таблетки, будь ли то те же никотиновые жвачки, различные препараты или, может быть, даже целые рецепты. Кто-то всегда нацелен на то, чтобы что-то принять для того, чтобы получить освобождение. Даже есть такие методы, я знаю, когда родственники могут что-то подсыпать человеку в пищу, он даже сам об этом может не знать. Да-да, к этому тоже методу прибегают. И я еще расскажу, кто-то предлагал в молоке обмочить сигарету для того, чтобы она стала противной. Опять же, вы понимаете, какой-то продукт нужно потреблять для того, чтобы стало вдруг противной или не хотелось, или еще что-то. Это понятное желание, просто взять избавиться от самого желания. Да. Ведь мы говорили, что главная проблема как раз в принятии решения. Да. И, скорее всего, курс на освобождение лежит не через потребление, а наоборот, через отказ от потребления этих самых же сигарет. Нам нужно четко осознавать, что наше освобождение от никотиновой зависимости лежит через отказ от курения. Надо прекратить курить. Как мы уже говорили, что делать? Что делать? Не курить. Да. Но относительно питания я вам обещала рассказать. Да, мы хотели поговорить о питании. Очень интересный для многих вопрос. Действительно, питание имеет очень важную составляющую, ведь мы отдаем немало времени и усилий для того, чтобы питаться, для того, чтобы пополнять организм различными веществами питательными. Трижды в день, как правило, люди питаются. Очень много средств, заработанных человеком, уходит на питание. Это очень важная составляющая нашей жизни. Тем более, в прошлый раз вы говорили о сложном процессе детоксикации, который происходит вот в течение того времени, когда человек бросил курить. Да. И это очень важно. Нам нужно понимать, какую функцию несет само питание. Питание, как мы уже сказали, оно обеспечивает организмом питательными веществами, может быть, белками, углеводами. То, что потребляет организм, то, что придает ему силы или строительный материал, то, что нам необходимо для жизнедеятельности. Говорить о какой-то терапевтической составляющей этого действия не стоит, но стоит обратить внимание на то, что организм нуждается в подкреплении сил, потому что сил уходит много. И особенно в этот момент. Особенно в этот момент. Ведь нейтрализовать последствия курения связано с таким достаточно энергоемким процессом. Человек много тратит усилий для того, чтобы удержать это колебающееся состояние в каком-то относительном стабильном таком состоянии. Поэтому для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, нужно сориентироваться на свои вкусы, привести в стремление потреблять больше растительной пищи. Это поможет? Да, действительно. Для того, чтобы человек чувствовал себя нормально, его процесс пищеварения должен укладываться, тот процесс, который происходит в желудке, расщепление пищи, должен укладываться в промежуток примерно 4 часа, то есть не больше. И этому способствует группа витаминов В, которые находятся вот в различных нерафинированных продуктах, там,
хлеб с отрубями сейчас популярный. Крупы. Крупы различные, недостаточно очищенные, да, чтобы были элементы шелухи. Именно вот это цены, там овсяная каша, например, если кто любит. Могут гречневые. Очень, рекомендую как раз вот налегать на эти блюда. И также можно есть овощи, фрукты в любом виде, и есть их много, и от этого не будет наше беспокойство относительно лишнего веса нарастать. Ведь чаще всего так устроено наше мышление, ну, у большинства людей, что сытная пища обязательно должна содержать мясо. Я, в общем-то, не призываю никого сейчас взять и отказаться от мяса. Я просто хочу, чтобы у людей было некоторое представление о сбалансированной пище. Пусть это будет в основном растительной пищей, потому что именно она сейчас может придать организму те самые силы для процесса детоксикации. Кроме того, эта пища легко усваивается, она не вызывает тяжести, которые вызывает высококалорийная пища, и после которой хочется взяться за очередную сигаретку. То есть это очень связано, оказывается, да? Да. Я для себя отметила, что человек в этот период нуждается в большом количестве витаминов группы В. Они ведь как раз необходимы для нервной системы. Вы говорили о том, что человек, когда бросает курить, его нервная система находится в очень нестабильном состоянии. То взлеты, то падения. А кроме того, клетчатка, она тоже поможет лучше пройти период детоксикации. Потому что это, как мы уже говорили в наших программах неоднократно, это естественный очиститель нашего организма. Итак, значит, меню больше фруктов, овощей и нерафинированной пищи. Хотелось бы вернуться к вопросу похудения или набирания, наоборот, веса, связанного с курением. Почему человек, когда он бросает курить, может набрать вес? Ну, правда ли, что человек набирает обязательно вес, если он перестает курить? Отвечу, как бы, отчасти верно. Можно ожидать некоторое наращивание массы, и связано это вот с чем. Ведь мы говорим, что после каждой сигареты организм борется с последствиями химической атаки. Ему нужно вывести все токсины. Это огромное... Мы говорили, 4000 химических веществ. Это огромный список. Если, вы знаете, вот сейчас на любых продуктах пишут ингредиенты, да? Вот да. Почему на пачках сигарет не пишут этого, потому что... Места не хватило бы, 4000 написали. Но это надо газетку достаточно большую складывать ее и вкладывать туда, чтобы перечислить все ингредиенты, которые находятся в табаке. Так вот, чтобы избавиться от них, организм затрачивает очень много энергии. Что происходит, когда человек освободился от никотиновой зависимости, когда у него процесс детоксикации уже закончился? Очень часто люди прибегают к различным семечкам, конфеткам. То есть очень калорийная пища. Очень калорийная пища. И они считают, что это им помогает просто занять руки. Таким образом, они подкрепляют эту зависимость, потому что продолжают те же самые действия делать. Ведь знаете, сколько вот это действие за время курения проделывает курящий человек? Не представляю. Десятки тысяч раз. Для того, чтобы освободиться от никотиновой зависимости, мы с вами говорили, что нужно просто перестать что-то делать. И вот это делать тоже нужно перестать. Чем быстрее мы прекратим это делать, тем быстрее мы наберем другой навык, освобождающий нас от этой обязанности. Здесь не семечки, не конфеты, они... это как семечки, обманка некоторая. Да, это некоторая иллюзия того, что это помогает. На самом деле человек стремится утолить никотиновый голод за счет подручных каких-то продуктов, которые утоляют не никотиновый голод. Это совершенно другой механизм. И поэтому удовлетворение так или иначе не наступает. Но наступает повышенные... Излишние килограммы. Излишние килограммы, которые откладываются в боках, на животе, в бедрах. И это совершенно понятно. Человек уже не требует... Организму человека уже не требуется вывод всех токсинов, потому что этот процесс закончен. И энергия на это не расходуется. Угу. А человек уже за короткое время, ну, уже привыкает все есть и есть. Понимаете? Он так и продолжает это делать.
Ведь часто перекусывать, что очень тоже, вы знаете, очень сильно влияет также на размеры организма. Да, что на избыточный вес влияет сильно. Да, и эта привычка очень быстро прививается. Человеку уже необходимо что-либо покушать. И вот все эти фастфуды, которые так сегодня популярны, во всех киосках uh-huh. продаются, они как раз способствуют набору лишней массы. То есть здесь как бы человек поправляется не из-за того, что он бросил курить, а потому что его потребляемая энергия намного превосходит ту, которую он да. расходует. И мы сегодня знаем, что современный человек мало двигается, он чаще сидит, он пользуется транспортом, лифтом, и так или иначе он несколько не так активен в своей просто жизнедеятельности и мало подвижен. То есть нужно, если человек решил бросить курить, ему нужно придерживаться того питания, которое вы сейчас ему нам рекомендовали. Ему надо очень много что пересмотреть. Да. Посмотреть и двигаться, на свою... может быть, тоже надо да, больше. Да, и это будет приносить радость, если человек задастся целью себя оздоровить, если он захочет себе придать несколько большую такую энергичность, то занятия физкультурой, элементарные какие-то физические упражнения, пусть на он сам определит. На свежем воздухе, может быть, солнце, да, какое-то движение. Это будет приносить ему удовольствие, и он будет легче и успешнее справляться со всей вот, отравляющей той средой, которая внутри находится, и выводить ее из организма. Вообще, движение – это жизнь. Наверное, для курящего человека это будет достаточно необычно. Прогулка по улице без сигареты в руках. Просто радость жизни. Просто солнце. Радость жизни. И если это летнее время, вдыхание, аромат цветов, это будет все радовать человека. И от этого человек получит настоящее наслаждение, а не тот суррогат, который он раньше получал, когда никотин воздействовал на его мозг. Замечательное слово, которое характеризует вот это удовольствие, которое получает курящий человек от сигарет. На самом деле это не удовольствие, а облегчение после неизменно наступающего вот этого синдрома абстиненции, которое начинает нарастать после выкуренной сигареты, ну, спустя через час. Почему? То есть это когда количество никотина в организме уже падает? Уже уменьшается, падает. Это и служит подталкиванием взяться за новую сигарету для того, чтобы прекратить этот процесс детоксикации и поднять уровень никотина снова до верхней точки, для того, чтобы достичь того эффекта комфортности. Никотин, я слышала, как-то особым образом влияет на головной мозг, вот обеспечивая человеку это какое-то состояние счастья. Вот да, совершенно такого. Верно. Счастье в эндорфинах. Наверное, и вы слышали такое выражение. Вещество, гормоны. Угу, гормоны счастья. Да? Эти эндорфины, они стимулируются никотином. И их выработка, да? Их выработка. И когда никотин присутствует в крови курящего человека, стимул этот осуществляется, и эндорфины вырабатываются. При этом надо знать, что у каждого человека способность вырабатывать эти эндорфины есть от рождения. Она заложена Богом. Она уже заложена Богом. И вся штука в том, что никотин, как бы вписываясь в жизнь человека, начинает руководить этим процессом. То есть есть сигареты, есть счастье, нет сигареты, нет счастья. Это и объясняет, почему человек становится, меняется в лице, становится угрюмым, его ничто не радует, если у него вдруг нет сигарет. Да, и у него большая проблема, когда сигареты кончились. Надо тут же пойти где-то их купить, достать. А вот на программах очень часто, если я разговариваю с курящими людьми, представители профессий, таких творческих, например, там музыканты или художники, они говорят, что без сигареты их просто муза не посещает. То есть в этом случае они не могут творить свои произведения. И это объясняется, потому что с сигаретой улучшается процесс вот передачи импульса от клетки к клетке, от нейрона к нейрону. В головном мозге. Угу. Да, потому что никотин заменяет вещество, которое участвует, это нейромедиаторы, которые переносят фактически угу. с одной клетки на другую вот этот электрический импульс. И таким образом отсутствие или нехватка никотина приводит к тому, что процесс, вот этот пропускной процесс, он замедляется и не вызывает никакого удовлетворения это состояние. Да, понятно. Но должен сказать, что если человек прекращает потреблять никотин,
то очень скоро мозг вынужден снова вырабатывать свои уже не суррогатные вот эти вещества, а те свои природные, которые были с ним изначально. И очень скоро восстанавливается вот эта биохимия, естественная биохимия мозга, и человек снова возвращается к нормальному самочувствию. То есть этот процесс не вечный. И тогда еще понятнее становится этот вот термин «зависимость» и, как вы говорите, освобождение от этой зависимости. Потому что действительно, когда человек вынужден постоянно что-то употреблять, он счастлив только тогда, когда это есть, и действительно ни о какой свободе вообще здесь уже речи не может быть. Совершенно верно. И еще, мне кажется, конечно, освобождение вот от этой зависимости, оно может, счастье освобождения от этой зависимости может усиливаться тем, что ты действительно становишься здоровым. Да. То есть ты, как мы говорили уже... Человек чувствует на физическом уровне перемены в своем здоровье. Он чувствует легкость в дыхании, в походке. Если его мучила одышка, то она очень скоро пропадает. Учащение сердцебиения тоже приходит в норму. Человек чувствует себя великолепно. Вопреки общепринятому такому представлению, что если человек останется без сигарет, будет его жизнь ужасна. Ничего подобного. Она становится в новом качестве, даже неведомом для самого курильщика. Он настолько обрадуется этому своему новому состоянию, что он уже просто сам не захочет возвращаться к сигарете. Вот обычно считается, что основные последствия от курения – это рак. Да? Рак горла, рак легких. Да, ассоциация такая верная. И действительно, первое, что удар, вот этот разрушительный удар, который наносит дым, его встречают легкие наши, вот эти вот голосовые связки, узкие проходы, где дым концентрируется. И там откладывается много смол, легкие почему обретают вот такой темный оттенок. Но должен сказать, что вопреки вот этому расхожему мнению, все-таки это не самая первая статья смертности. Самая первая статья смертности – это атеросклероз, вернее, вследствие атеросклероза нарушение сердечно-сосудистой деятельности. Именно сердечно-сосудистую деятельность наибольший удар приходится от сигареты. Плюс мы с вами говорили о питании. Если человек переориентирует свои вкусы, а он это может, он же все-таки хозяин своих вкусов. Свободный человек. Да. Если он переориентирует на растительную пищу, если он будет побольше есть овощей, фруктов и поменьше пищи, которая содержит холестерин, то в этом случае он более вероятно избежит вот этой печальной статистики. То есть может повернуть вспять то, что он заработал? Более 65% на сегодняшний день смертности – это смертность в результате сердечно-сосудистых вот этих заболеваний, в основе которых лежит атеросклероз. Атеросклероз сужает просвет сосудов, кровь поступает заметно медленней и с не той интенсивностью, и происходят различные нарушения. Но не все курильщики сразу умирают от рака сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно. Конечно, не сразу. И даже продолжительное курение некоторых располагает к тому убеждению, что, возможно, это не так трагично вообще не курение. Так опасно. Да, не так опасно. Я бы хотел несколько слов сказать вообще вероятность успеха или вероятность неуспеха, вероятность избежания последствий. Вы знаете, вообще теория вероятности, она была когда-то написана из побуждения предсказывать определенный результат в азартных играх. Вот да, сам азарт – это французское слово, в переводе которого смысл заложен в случае. То есть азарт – это случай. И человек пытается как-то вникнуть в эту природу случая, хочет просчитывать ее, желает предсказать результат. И вот в связи с этим человек курящий словно в рулетку играет. Угу. Повезет, не повезет. Ну, старается надеяться на лучшее, может быть, смотрит на окружающих и сам тоже подкрепляется такой убежденностью, что его эта такая вот участь избежит.
Ну, я имею воспоминания из детства. Думаю, что у каждого человека есть воспоминания из детства. И на примере вот такого воспоминания хотел бы показать. Мы мальчишками, если вы знаете, мальчишки такие, детишки задорные, они, если посмотрят какой-то фильм, где участвует какой-нибудь герой, персонаж, то обязательно начинают играть в этого героя. Воплощать в жизнь. Да. И вот мы, я помню, посмотрели мальчишками фильм про Робин Гуда. И вышли во двор все с луками уже. Мы уже заготовили вот эти атрибуты, которые присутствовали в этом фильме у этого героя. И когда я изготавливал лук, я всегда исходил из того, что палочка должна быть упругая, крепкая. И ее сгибая, натягивается тетива. Угу. Если вдруг недостаточно натяжки, если лук недостаточно хорошо стреляет, я еще добавляю виточек. Угу. И еще виточек. Я сгибаю в дугу все больше и больше палку до характерного хруста. Тогда все. И тогда все. И тогда нужно лук выбрасывать. Угу. Есть в организме определенная точка невозврата. Виртуальная такая точка. Она ни на чем не нарисована. Я просто хотел сказать, что этот термин, точку невозврата, когда-то применили летчики Второй мировой войны. Угу. Отправляясь на боевое задание, они точно знали, сколько у них запас топлива. И если они в небе задерживались чуть дольше, чем обычно, то они понимали, что, возможно, они не вернутся назад. В каждом организме есть восстановительный потенциал. Вот весь урон, который наносит сигарета, она старается нейтрализовать, старается подремонтировать какие-то поврежденные клетки, вот эта способность организма. И таким образом человек думает, что годы курения обеспечивают ему продолжительное такое курение за счет того, что он привыкает. Ну, так вот устроено мышление человека. Если он прокурил 10 лет, себя успокаивать, да, то есть основания полагать, что я еще 10 лет прокурю. Таким образом выстраивается логическая цепь. Если я прокурил 40 лет, то мне уж вообще незачем бросать. Да, да, уже и жить-то немного осталось. Вот. Но на самом деле происходит иначе. Чем дольше человек курит, тем больше подвергает он себя риску. И здесь теория вероятности вступает в силу. Меньший запас прочности приводит к тому, что риск возрастает заболеть от каких-то вот этих раковых палочек, которые, может быть, и не внушали чувство угрозы. Угу. Теория вероятности здесь не работает. Здесь работает другой принцип. В Библии есть замечательные слова: «Что посеет человек, то и пожнет». Очень многие люди, которые не задумывались о последствиях курения, перед смертью от рака легкого говорили, что сожалеют о том, что не задумывались. Они бы пересмотрели бы свою жизнь, они бы приняли бы это решение несколько раньше, но точка невозврата им уже не позволяет. Они переступили эту точку невозврата, они перегнули этот самый лук. Человеческий организм можно гнуть, но до определенной поры, до этого хруста. И тогда уже лук не возвращается в нормальное состояние. Или летчик не может уже вернуться домой. Таким образом и организм человека уже не может восстановиться, потому что был перешагнут вот этот рубеж. Что посеет человек, то и пожнет. Да, все вокруг курят, и примеры могут быть, конечно, самые разные, как положительные, так и поучительные. А как же все-таки человеку, который решил бросить курить, который решил освободиться, быть уверенным, что он на верном пути, что стоит продолжать? Стоит освобождаться. Эти сомнения так или иначе обязательно будут присутствовать. И как с ними справиться, и как себя убедить, что ты на верном пути. Да, чтобы, как вот это все сделать? Чтобы подкреплять себя вот этой убежденностью, ведь это тоже залог успеха. Я обязательно расскажу на следующей нашей встрече. Вы снова нас интригуете, и придется ждать следующей встречи. Дорогие друзья, хотим вам сказать, что если вы заинтересованы в проведении программы «Дышите свободно» и хотите связаться с Владимиром Ивановым, то вы можете позвонить нам
Да, я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые связаны с этой программой, и отзовусь на приглашение провести программу в каком-то городе или в организации. И таким образом многие люди смогут освободиться от никотиновой зависимости без гипноза, без медикаментов. Спасибо, Владимир. Спасибо и вам. Итак, законы теории вероятности не верны в отношении нашего здоровья. Здесь действуют другие законы. Что посеет человек, то и пожнет. Так давайте же жить по Божьим законам. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.